Сарь, ты знаешь, ты уж мне, конечно, прости, оставлю тебя здесь, я, а сам побегу. Беги, Саша, беги. Бегу к гостям, потому что сегодня мы говорим с гостями о таком мероприятии всероссийского значения, как кросс-нации. Сегодня в гостях нашей студии Анатолий Голубица, главный судья мероприятия и первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гнездыло. Здравствуйте, господа. Вопрос первый. Вы сегодня с утра уже наверняка побегали? Нет, сегодня не успели побегать. А вы? Зарядку сделали, конечно. Святое дело. Да. Я вас хочу попросить рассказать про это мероприятие. Что это такое? Всероссийский день бега кросс-нации у нас проходит во всех субъектах Российской Федерации. Также в Крыму уже проходит 5-й год. Стандартная дистанция у нас будет проходить дистанции забеги на 1 километр, 4 километра, 6, 8 и 12 километров. Проходить в этом году будет впервые в двух городах Республики Крым. Это в Симферополе и в Евпатории. Почему такой выбор? Почему не в Ялте? Ну, такой выбор пал, потому что у нас будет впереди на 2020 год проходить по поручению президента марафон крымский ежегодный. Поэтому решили часть дистанции перенести туда, чтобы опробовать новую дистанцию. Скажите, но почему такая градация? 1 километр, 2 километра? То есть это каждому что по силам, как говорится? Ну, это из-за возраста. То есть дети у нас бегут 1 километр, 2010-е младше. Все могут попробовать себя на дисциплине самой массовой 4 километра. И дальше градация идет тоже по возрасту. 2000-е младше бегут 6-8 километров, и взрослые бегут 8-12 километров. А вы побежите? Конечно, Сергей Александрович побежит, я главный судья, мне немножечко придется. Другая работа, другие обязанности. Вы планируете поучаствовать? Конечно, у нас полминистерства планируют, и приглашаем всех жителей, конечно, города, все министерства, все ведомства подключиться к этому мероприятию. Я должен признаться, наше ведомство, я имею в виду телерадиокомпанию «Крым», активно подключается. Активно, у нас уже да. составлен список бегущих, и надо отметить, что и наша редакция «Утро нового дня» тоже бежит. Будем вас с удовольствием. Рады будем видеть на этом мероприятии. Скажите, а какой, скажем, семантический смысл вкладывается в это мероприятие? Почему его проводят? Ну, это, прежде всего, оздоровление нации, популяризация физической культуры и спорта. В этом году, вот, получается, более 454 человек будет участвовать в этом мероприятии во всех субъектах Российской Федерации, как сказал Анатолий. Самые массовые будут забеги проходить в Санкт-Петербурге, в Уфе и Казани, где будет одновременно более 20 тысяч бежать. Все. Ради поручения президента Владимира Владимировича Путина, который спорт норма жизни, привлечение населения к 55% занимающихся. А нет данных, сколько планируется в Крыму? В Крыму планируется в этом году 2200 человек. Это вот именно по кроссу нации. Хотя мы начинали в 2014 году 1500. С каждым годом все количество участников увеличится. На следующий год уже мы на 2020 заявили 2500 участников. Уже известен маршрут, по которому будут бежать в Симферополе и в Евпатории? Да, конечно. У нас же маршрут согласован со всеми органами исполнительной власти, администрации города Симферополя, МВД. Основные мероприятия пройдут на улице Воровского. Это будет торжественное открытие в 12:00 напротив завода имени Кирова. Первая дистанция 1 километр будут бежать до заправки ТЭС дети, а взрослые будут бежать 4 километра до роддома и обратно. Хочу отметить, что улица Шмидта не будет перекрыта. Будет перекрыта улица от Советской Конституции, гостиница «Москва», до перекрестка вот, треугольника на Шмидта. Также дистанция будет на 4,6 километра в Ботаническом саду, поэтому в парке имени Вернадского. А также дистанция 8-12 километров и апробация маршрута полумарафона 21 километр пройдет в Евпатории. То есть правильно я понимаю, что Воровского будет перекрыта и по ней не получится? Да, обращаемся ко всем жителям заблаговременно. Проработать маршрут, потому что с 8 до 3 будет ограничено движение полностью по этой улице. Потому что будет массовое скопление людей, детей, сопровождающих. Также отметить, что у нас в рамках кросс-нации будут участвовать также самые инвалиды. Люди с ограниченными возможностями, которые тоже смогут принять участие, пробежать дистанцию и реализовать свои возможности в полном объеме. Уважаемые симферопольцы, еще раз напоминаю, мероприятие пройдет 21 сентября, совсем скоро. Поэтому по улице Воровского в этот день лучше не планируйте свой маршрут. Скажите, а вот дети, каких возрастов и каких школ, может быть, будут участвовать? Ну вот 2010-е младше бегут километр, и 4 километра бегут все остальные. У нас подключено через администрацию, то есть управление образования, уже мы встречались с учителями физической культуры, которые узнают, как, что, где будет проходить. Поэтому ожидается огромное количество. Практически все школы города Симферополя будут участвовать, и их не учащиеся разных возрастов.
Нас смотрит большая аудитория. Я уверен, что многие, кто сейчас вас лицезреют, наверняка захотят тоже поучаствовать. Скажите, как можно попасть на это мероприятие? Нужна ли специальная регистрация, что-то такое? У нас регистрация сейчас идет и для организаций, которые там от 20 и более человек. А для всех желающих нам можно будет подойти с 10 до 12 в точке старта напротив завода Кирова. И там прийти и подать документы прямо на месте. То есть прийти с собой, только иметь удостоверение личности и все. То есть паспорт? Да, паспорт. И меддопуск. И меддопуск. Ну, а что такое меддопуск? Справка от врача о том, что можно заниматься физической культурой. Нету противопоказаний по здоровью. То есть ее нужно заблаговременно получить? Желательно, конечно. Желательно. Без нее не допустим. Не, на месте там будут у нас врачи, которые могут, в принципе, поставить допуск. Угу. Насколько я понимаю, довольно сложная постановочная организация мероприятия. То есть наверняка же работают специальные службы. Могли бы про это немножко рассказать? Чтобы крымчане не беспокоились. У нас, прежде всего, задействованы волонтеры Крымского федерального университета. У нас порядка 50 человек будут волонтеров, более 50 человек это судьи нашей федерации. Также хотел отметить, что у нас каждый участник получит вот такой вот номер. Это вот, и как уже сказал Анатолий, что желательно заблаговременно. У нас были такие случаи, что уже люди приходят 11:30, а уже регистрация закончилась, номеров нет. И так же самое получится, и каждый участник такие вот браслеты. У каждого браслета, посмотреть. Да, вот, пожалуйста, по цвету. Это будет показываться финишный коридор. Угу. Ребенок или взрослый, который на этот браслет получит на регистрации, он должен именно финишировать в этом коридоре. У нас будет на финише арочки определенного цвета. Всем будет сказано, то есть если бежишь зеленым браслетом, забегаешь в зеленую арочку, а там уже судьи. Потому что у нас были такие случаи, когда ребенок там забежал в другой коридор, его результат не зачли, и потом уже приходилось как-то выходить из этой ситуации. Было обидно. Да. На самом деле очень красивые браслеты, на них написано Министерство спорта Республики Крым и Кросснации, и даже пометка «Участник». Скажите, а что ожидает, ну скажем, бегунов, которые пересекут эти самые арки своего цвета? Ну, у нас все победители и призеры получат за первое место кубок Министерства спорта Российской Федерации, медаль и грамоту. А те люди, которые займут второе и третье место, получат грамоту и медаль. Также у нас от спонсоров еще есть предусмотрены специальные призы. Ну, не будем приоткрывать, чтобы люди, как говорится, на месте удивились, получили эти награды. Это секретная информация, да, какая-то. Ну, не секретная, но если хотите, можем озвучить, что у нас Миранда Медиа и Атан, торговая марка, приготовили специальные призы для победителей. То есть победителя в каждой номинации, то есть в зеленой, в синей и в красной, будет только по 3 человека? У нас получается 10 дистанций, вот по этим 10 категориям каждый получит вот, медали, грамоты и кубки. От Министерства спорта много будет спортсменов бежать? Ну, я думаю, Министерство в полном составе. В полном составе. У нас традиция, да, выступит. Скажите, а в чем будет заключаться ваша задача? Я главный судья соревнований, то есть организовываю полностью работу всех бригад. Ну и, в принципе, подготовка всего мероприятия вот в течение уже более месяца, как мы готовимся. Это дело такое тяжелое, потому что много всяких моментов, особенно по безопасности. Со всеми надо все согласовать. Ну, а на сами соревнования, конечно же, это работа с бригадами, с судьями, корректировки, если на месте что-то происходит, ну и следить за всем. Да, слаженные бригады, судей, волонтеры, я вам скажу, очень много зависит, потому что это 2000 человек сразу, потому что массовость, это сразу всех направить, чтобы кто правильно побежал, правильно вернулся, это очень сложная работа и кропотливая. Господа, у нас буквально 30 секунд осталось, я вас прошу еще раз обратиться ко всем симферопольцам, евпаторийцам, другим крымчанам, чтобы они поучаствовали в мероприятии. 21 сентября у нас пройдет основной забег в 12 часов, с 10 до 12 регистрация, все приглашаются. 22 сентября на базе «Эволюция» в Евпатории будет проходить с 8 утра тоже регистрация и в 9 забег на полумарафон 8 и 12 километров. Всем приглашаем. А я хочу обратиться не только к жителям и гостям, но и со всего Крыма, чтобы у нас традиционно приезжают и ялтинцы, и алушинцы, и джанкой, и сельские территории приезжают, чтобы заблаговременно приехали, зарегистрировались, поучаствовали, поддержали всероссийское мероприятие. И желаю всем удачи на этом мероприятии. И пускай победит сильнейший. Только победа. Да. Большое вам спасибо. Напоминаю, в гостях нашей студии Анатолий Голубица, главный судья соревнований, и Сергей Гнездыло, главный заместитель министра, первый заместитель министра спорта Республики Крым. Но мы двигаемся дальше. Из нашего сада, зимнего сада, предлагаю переместиться в Никитский ботанический сад и посмотреть, какие же уникальные животные там живут и какая у них непростая судьба.